Друзья, всем привет! И сегодня мы с вами поговорим о таком проекте, как La Liga. И La Liga — это децентрализованная платформа для ICO, которая является справедливой одноранговой блочной цепочкой. Блокчейн реализует интеллектуальные контракты, которые позволяют поэтапно выпускать средства, собранные для ICO. В то же время коллективное право на вывод средств. Токен является приемлемым и экологически чистым, потребляя мало энергии благодаря двойной добыче. Люди могут продавать токены на признанных биржах и физические лица смогут использовать их для участия в сборе средств, в том числе связанных с программой ICO Save. Доступны различные услуги для содействия принятию правительством ICO. Платформа является открытой и бесплатной. La Liga представляет инновационный тип контрактов на поэтапном выпуске средств LCC. На практике средства периодически выпускаются под контролем голосования пассивного участника. Аварийная остановка также доступна, когда возникают неожиданные обстоятельства. И если это прекратится, оставшиеся средства будут полностью возмещены. Контракт LCC может быть скорректирован, действуя на параметры конфигурации. Дата начала проекта, продолжительность его разработки, контрольный период и минимальные баллы голосования для дальнейшего распространения. Эти параметры определены при создании контракта и учитываются при запуске LCC. La Liga предлагает полное и уникальное техническое и юридическое решение для проблем и рисков для компаний по сбору средств. La Liga – это революционная платформа, обеспечивающая бесперебойную работу ICO посредством уникальных контрактов и под контролем участников. La Liga позволяет использовать как общинные, так и централизованные подходы, принося большую пользу. La Liga позволяет использовать как общинные, так и централизованные подходы. На практике это криптовалюта, основанная на публичном блоке с открытым исходным кодом, управляемом компанией, которая выступает в качестве законного представителя. Друзья, на этом у меня все. Это был краткий обзор проекта La Liga, а мы с вами увидимся в разборе уже следующего проекта. Всем пока!